Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области появилось агентство инвестиционного развития. Это государственное учреждение будет заниматься деятельностью, направленной на улучшение инвест-климата в Кировской области и привлечением частных инвестиций в экономику региона, рассказали в Министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области. Агентство окажет услуги по сопровождению инвест-проектов по принципу одного окна, а также предоставит всестороннюю информационно-консультационную помощь инвесторам. По всем вопросам инвесторы могут обращаться в новое агентство по адресу: город Киров, улица Комсомольская, 10, или по телефону в Кирове 22 10 77. Экономика. В Кирове открылся фермерский островок. Это точка, где местные производители могут продавать свою продукцию. Реализует проект корпорации МСП с правительством Кировской области и торговой сетью «Пятерочка». Подобные магазины есть уже в 19 регионах России. Появился и в нашей области. На полках натуральная продукция, приготовленная из сырья, выращенного фермерами. Молочные продукты, мясные полуфабрикаты, сыры, продукция пчеловодства и многое другое. Первый в Кирове и области фермерский островок работает по адресу Блюхера, 29. В планах в этом году открыть в регионе еще 10 таких магазинов. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Российские власти продолжают продвигать самозанятость. До 350 тысяч в этом году увеличили сумму на развитие бизнеса от государства по социальному контракту. А с лета самозанятые смогут регистрировать на себя товарные знаки. Но главные плюсы этого налогового режима в другом, напоминает руководитель компании «Бухгалтер я» Татьяна Максимчук. Налоговая сама считает налоги и присылает уведомления в приложение «Мой налог» ежемесячно. Чек формируется в приложении, онлайн-касса не нужна. Это легальная работа без статуса ИП, выгодные налоговые ставки. Самозанятые не уплачивают налог на доходы с физических лиц, с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход. НДС, фиксированные страховые взносы. Зарегистрироваться в качестве самозанятого через интернет можно за 5 минут. А если не все в вашем деле происходит так же просто, обращайтесь в «Бухгалтер я». Телефон 213-112. Пусть в сложных вопросах разбираются профессионалы. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».